Всем приветик, друзья! С вами, как всегда, Лиар. И сегодня мы продолжаем изучать технику из вселенной Робогир. И у нас на очереди техника огневой поддержки под названием бронеход. Еще раз напомню, что вы можете посмотреть старые видосы по технологу или по Вахе. Ну и также нажать на колокольчик и подписаться, чтобы не пропускать новые. Ну, а мы начинаем. Начиная с первой волны имперского вторжения, бронеход широко используется пехотными частями протектората. По сути, это самоходная пусковая ракетная установка. Слишком тяжелая, чтобы перемещаться с места на место пешим расчетом. Пусковая установка смонтирована на компактном гусеничном шасси. Первые модели бронеходов были всего лишь передвижными пусковыми установками, обслуживаемые расчетами из трех человек. Расчет передвигался пешком, а сама установка еле-еле развивала скорость 15 км в час. Такие установки могли не слишком резво перебираться с места на место, а огонь вели только во время остановок. Современная модель бронехода оснащена бортовым компьютером наведения и системой автоматизированной перезарядки. Небольшой запас ракет хранится в полом корпусе платформы. Блок управления рассчитан на одного человека. Система наведения ракетной установки, как и система управления гусеничной платформой, предельно проста и не требует специально обученного механика-водителя, с учетом того, что водитель располагается на бронеходе стоя, на специальной поворотной платформе. Для управления этой машиной был разработан усовершенствованный интерфейс и система отображения данных на стекле шлема водителя. После недолгого обучения с бронеходом вполне справлялся даже курсант. Легкий броневой щит, прикрывающий водителя от фронтального обстрела, довершает привычный облик этой широко распространенной машины. И все же полноценной атакующей бронированной машиной бронеход так и не стал. Его назначение осталось по сути прежним – мобильная огневая точка. Подойти на расстояние непосредственной поддержки пехоты, занять выгодную позицию и вести огонь, желательно из укрытия. Вот обычная тактика бронехода. Именно поэтому во многих военных справочниках эта машина фигурирует как легкая самоходная арт-установка. Сейчас же давайте более детально рассмотрим боевую машину. Размер бронехода в высоту 2 метра, экипаж 1 человек. Хотя, как говорилось ранее, обслуживающий экипаж первых расчетов составлял 3 человека. Вес 1,3 тонны. Разработчик – компания Light and Heavy Cybernetical Machines. Вооружение бронехода состоит из ракет. Это может быть спаренная пусковая установка «Алебарда», неуправляемые ракеты МК-12 или спаренная пусковая установка «Боевой пес», самонаводящиеся тяжелые ракеты МК-11. Но также это могут быть различные модификации. Ракеты МК-12, МК-11 и вообще прочие ракеты, которые может использовать бронеход, они отличаются друг от друга. В отличие от дорогих и сложных управляемых ракет, ракетные снаряды МК-12 не имеют собственной системы самонаведения. Стрелок наводит их на цель визуально, с помощью оптического прицела. Эти ракеты широко распространены повсюду. Простые в обслуживании и надежные. Пусковые установки ракет МК-12 – отличное оружие для массовых моделей техники. Протекторатовский аналог этих ракет и сдвоенная пусковая установка «Алебарда» производится компанией General Rocketry Tiranon Corporation. Случалось, гнезда для ракетных установок бронехода переделывали для крепления других видов оружия, например, для легких шестиствольных пулеметов. Такие модификации бронехода частенько встречались вплоть до последних сражений третьей волны имперского вторжения. Однако
это уже относится к разряду полевых модификаций. Такие модели никогда не выпускались серийно. Поздняя модель этой популярной машины имеет обозначение «Бронеход-2» и несет две тяжелые самонаводящиеся ракеты МК-11. Ну что же, сегодня мы узнали о бронеходе, о такой вот танкетке. По правде говоря, это один из первых видов техники. Она была разработана еще до всяких шагоходов, и ею пользовались обе стороны конфликта. Она была хороша и по проходимости, и в оружии. У Империи, конечно же, был аналог этой танкетки. Но об этом в другой раз. Я желаю вам всего хорошего и пока-пока.